Американский актер и любитель легкой авиации Харрисон Форд перепутал посадочную полосу и чуть не врезался в самолет сотни пассажиров. Как сообщает телеканал NBC, Форд управлял двухместным одномоторным самолетом, по ошибке начал садиться на рулежную дорожку. В тот момент там находился лайнер авиакомпании American Airlines. Никто не пострадал. Представители Федерального управления гражданской авиации США заявили, что инструкции, которые актер получил от диспетчеров, были правильными. Сейчас специалисты проводят расследование, по итогам которого Форда могут лишить летной лицензии. Напомню, это не первый инцидент с участием звезды Голливуда. В 2015-м он врезался в поле для гольфа в Лос-Анджелесе и получил множественные переломы.